Здравствуйте, мужчина. Этот тротуар от того ничем не отличается. Здесь также люди ходят. Где парковка? Как вы сюда заехали? Через тротуар? Ну, не знаю, ну, никак не через тротуар. По воздуху можете, без разницы. Ну, тогда мы вам по воздуху наклеечку наклеим. Клеим. Что ты делаешь, а? Что такое? Не надо грубить. Не грубите? Что вы делаете? Что? А что вы делаете? Что вы делаете? Я паркуюсь. Через тротуар заезжаю. Тебе какая разница? Мне большая. Сюда нельзя, что ли, подъехать? Конечно, нет. Здесь же тротуар, люди ходят. В большом количестве. Согласен, задолбали вот кто ездит по тротуару просто. Здравствуйте, мужчина, припарковались на тротуаре? А я ж не припарковался. Что? Я еду еще, не припарковался. Мужчина, едьте в обратную сторону, чтобы мы нормально разошлись. Если будете вот что-то там выдумывать, я еду еще, не еду. Мы просто сейчас наклеим вам стикер на лобовое стекло. Ты тут не нервничаешь, что-то. Я не нервничаю, я абсолютно спокоен. Давайте, считаю, до 5 и будет стикер. Раз, два, три, четыре. Клей. А если я Все, наехали на человека. Вызываем скорую и ГИБДД. Оставайтесь на место. Как? По ноге проехал, если сам забор ошибался. Все, остаемся на месте. Если покинете, это будет автоматически лишение прав. Человек. Звони пока в 112. Да, клей на водительский. Здравствуйте, мужчина. Не смущает то, что по тротуару двигались? Прежде чем это сделать, я проверил, там не могут. Вполне могли выскочить, откуда дети, отсюда даже. Я же аккуратно. А у нас можно двигаться по тротуару аккуратно? В чем логика ваших действий? В нарушении правил дорожного движения? К сожалению. А такое у нас положено? Нет. А нет других парковочных мест? К сожалению, нет. Как нет? Напротив парковка. Там есть свободные места? Ну, не увидел. Прискорбно. Оформи наклеечку. Зим. Вот здесь стояла машина, наш человек, который после предупреждения, что мы выносим письменную претензию в качестве наклейки на стекло, он подошел вот сюда. Водитель в этот момент вырулил, выкрутил полностью руль влево и, сдавая назад, печатал нашего человека, во-первых, наехал ему по ноге и прищемил его к ограде. Ну вот здесь вот, да? Да. Значит, сейчас вызываем полицию. Пожалуйста, давайте, давайте. Вызывайте, вызывайте, они вам разъяснят. Девушки, не подходите к девушке. К девушке не подходите. Не подходите к девушке. На основании какого закона вы производите? Не надо. Вот подойдите, пожалуйста, в магазин. Нам ваше разрешение не требуется. Молодые люди, а что происходит? К камере не надо подходить. Потому что. Почему? Вы что, мне запрещаете? Да. Фиксируем. Вот эти молодые люди пытаются мне пройти по улице. А на основании чего вы снимаете меня? На основании чего вы снимаете меня? Я вам не ответьте говорю. Мне, мужчина, на основании чего вы снимаете меня? Вы ответьте мне, на основании чего вы мне запрещаете пройти по улице? Мы вам не запрещаем проходить по улице. Нет. Я хожу по улице. Хотите. А вы мне преграждаете путь. Куда идет? Вы мне преграждаете путь. Ну идите дальше. Обойдите. Я иду дальше. Вот я не иду здесь. Обойдите. На основании чего вы мне преграждаете путь? Вам никто не преграждает. Мне, пожалуйста. Идите. Вы можете пройти здесь, пожалуйста. Идите. Я иду, где я хочу. Я свободный я человек. Я тоже иду, где я хочу. Идите. Ну, я тоже иду. А вы преграждаете мне я путь не намеренно. Идите. Вы мне преграждаете путь намеренно. Зачем? Нет, я к вам не подходите. Вы ко мне подходите целенаправленно. Подходите. Вам заняться нечем. Вот вы объясните мне, пожалуйста. Ваши лица записаны. Что? Записаны. Эта информация будет передана в правоохранительный орган. К врачу сходите. Я обязательно скажу. Сходите, проверьте нервишки. Я обязательно жду ваши пожелания, рекомендации. Здорово.
я в этом доме живу, и я пишу. И что? Мне мешают машины там внутри дома. Машины на проезжей части мне мешают, а здесь они мне не мешают. Ну, вам не мешают, здорово. Другим мешают. Я живу в этом доме. Где логика? На проезжей части человеку машины мешают, на тротуаре человеку машины не мешают. Много раз видел, хочу пожарить шурупу. Спасибо. Спасибо. Что, движение какое-то? Никакого движения. Просто люди. Такие а же, как и вы. Здесь нельзя ездить? По правилам. А там арка вот для въезда машины. Пожарный проезд. Там написано это что? По правилам. А вам скучно жить, что ли? Мне? Нет. Так чисто вечером выйти здесь? Да. Нет. Прыгивайте! На всем стрелке. Очередной неадекватный водитель, который сбил двух активистов на тротуаре и провез достаточно длительное расстояние по проезжей части. Водитель автомобиля, как видели, скрылся с места ДТП. Мы будем надеяться, что он будет наказан справедливо, и это будет для него достаточно большим уроком. Здесь пешком ходит. Где я стоял? А вы кто? Вот здесь? Вы пешеход. Я пешеход. Я вам мешаю? Да. Всем. То, что вы заехали я сюда. Давлю. Пока еще нет. Я но не вполне возможно. Но если вы поедете дальше вперед, вы заедете на меня. Я знаю, что здесь стоят машины. Останавливаются машины. Здесь тротуар, вы знаете это? Сейчас, в данный момент, они не стоят. Девушка, там место вагон. Вы знаете, что это тротуар? Какие вредные мужчины, это вообще не важно. Я вам говорю, как женщина, здесь нельзя ездить. Ты вредная женщина. Просто не рожала еще. Здравствуйте, а зачем вы на тротуар заезжаете? Вот видите место парковочное? Не вижу там знака парковки, честно. Ни знака, ни разметки. Смотрите глазами. Ну, я смотрю глазами, там нету знака парковка, нету разметки. Машины стоят. Стоят, нарушают. Здравствуйте. Здесь тротуар. Абсолютно. А вон те машины стоят. Это машина с нарушением. Ждем ГИБДД, уже а вызвали. Вот там тротуар, вот там. Да, конечно. А но вы видели? Бордюрный камень видите? А вы сейчас на него наехали. Там есть бордюрный камень, а есть как бы съезд для машин вот без тротуара. А вы уверены, что этот съезд вот по его габаритам предназначен для автомобилей? Ну я уверен в уровне вот там, который. Ну, зря, что вы так уверены, я вам честно могу сказать. Это здесь тротуар, здесь место для пешеходов. Вот раз место, два я вижу места, вот три места. Где вы говорите раз? Вот, перед фордом можно было встать. Просто здесь некорректно положен тротуар, понимаете? А может быть некорректно ваше движение по нему? Ну, может быть, давайте допустим такое. Нет, некорректно вообще ваше поведение. Скажите, а что я делаю не так? А что вы делаете так? Я предотвращаю административное правонарушение, провожу разъяснительную работу с водителем. По тротуарам ездить нехорошо, вы мешаете людям. Вы представляете какую-то организацию? Я представляю Стокхам СПТ. Ах ты, ты че? Выходим из машины, дожидаемся ГИБДД. Выходим из машины, даже вы сбили меня. Вы меня сбили на тротуаре. Остановитесь. Немедленно остановитесь. Вы человека давите. А что он стучит? Потому что остановитесь. А я на дороге. Смотрите, что вы сделали. Я на дороге стою. Так. Вы говорите, что нам в тротуаре сбили человека. Вы человека сбили, вы мне ноги повредили. Вы прикалываетесь? Надо мной, что ли? Ну-ка нафиг. Глушим машину. Глушим машину. Руки выходим уберите. Из машины. Руки уберите. Ждем ГИБДД. Ждите. Руки нет, уберите, вы никуда не уезжаете. Ребята, вызывайте ГИБДД. Наезд на пешехода. Срочно звоните. С меня аж обувь слетела. Конечно, я знаю, как это делается. Конечно, знаете. Понимаете, что вы там человек спереди стоит. Понимаете это? Я еду по дороге, пожалуйста. Вы заехали что? За иди, я поставил на колесо. Только одно колесо, а вы тут напрыгнули мне все. Товарищ бьет по машине. Есть видеофиксация. Ну, пожалуйста, на дороге. Дверь все. Закройте, пожалуйста. Не, не закрою. Ждем ГИБДД. Дверь закройте. Нет. Сейчас скрывайтесь с места ДТП. Нельзя скрываться с места ДТП. Давайте, давайте. Вы хотите оставить с правами? То идите от машины. Нет, не отойду. Вас просили отъехать с тротуара. Что вы сделали? На людей поехали. Я съехал. На людей. У меня одной ногой.
и одним колесом стоит. Вы тут двигаете, что вы стучите, стучите мне по капоту. На каком основании? Уважаемый, у вас уважаемый, головой. У вас головой хорошо? Нет, у вас, видимо, очень плохо. Нет, наверное. Вот. Он тебя задел? И меня тоже. Стоите здесь, ерундой занимаетесь. Вот это нарушение. Что это такое вы тут не наклеиваете? А? Это вы о нарушениях сейчас говорите. Вот эти вот. Вот что вот мы наклеили? Вы о нарушениях сейчас говорите. Да, вот что это такое вы наклеили? На каком основании вы это имеете право? На основании вашего правонарушения, я так предполагаю. Какого? Езда а где оно было нарушение? Езда по тротуару, сбивание пешеходов на тротуаре. Не было ничего. Ну, конечно, не было. У нас есть видеофиксация. Да, пишите, что хотите. Что мы имеем по итогу сегодняшнего инцидента? Нами написано заявление, составлена схема ДТП, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, проведении административного расследования. Назначена дата рассмотрения у дознавателя, куда мы предоставим все документы, подтверждающие действительно езду по тротуару данного водителя, что был совершен наезд, хотя сейчас водитель этого транспортного средства отказывался от того, что он совершал наезд, и говорит, наезда никого не было, и в принципе он заехал на тротуар одним колесом, как было на самом деле, вы все видели в принципе в ролике. На этом у нас все, и как всегда по традиции подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в нашу группу ВКонтакте. Ваш любимый СтопКар СПБ.